В партии должно быть 30% женщин. Об этом заявил первый заместитель председателя партии Нур Отан Бауыржан Байбек во время визита в Туркестан. Партиец также принял участие в совещании предвыборной программы партии на 2021-2025 годы. Байбек пояснил о том, что уже введена специальная квота для привлечения уязвимых слоев населения. 30% По поручению президента мы включили женщин в партию с квотой 30%. Каждый маслихат должен иметь районную, городскую и областную квоту в размере 30%. Мы должны уделить этому пристальное внимание. Бауыржан Байбек пояснил, что любые предложения от населения следует рассматривать с учетом их важности. В своем выступлении партиец отметил, что председатель партии уделяет особое внимание Туркестану. И в дальнейшем духовная столица будет возрождаться и дальше за счет эффективного использования государственной поддержки.